воєнні армії унаслідувала традиції 109-ї гвардійської стрілкової дивізії. Проходять воєнослужащі центру обеспечення 33-ї гвардійської ракетної армії. На марші воєнослужащі отдільної ескадрильї Воєнно-воздушних сил Російської Федерації. Они по праву являются радоедниками легендарных советских воздушных массов Великой Отечественной войны. По площади, печатая шаг, проходят кадеты Омского кадетского корпуса, достойные наследники русского офицерства, составшего и закрепившего воинскую славу России. Корпус наследует традиции Омского дважды краснознаменного общевойскового командного училища, из тех которого вышла целая плеяда подлинных героев, талантливых военачальников. Среди них 73 героя Советского Союза, 3 полных кавалера ордена славы, 2 героя России. Гарнизона продолжает учебный центр воздушно-десантных войск России. Свято чтут память о подвиге советского народа и продолжают традиции фронтовиков, воин-десантники. Перед трибуной проходят офицеры и курсанты Омского автовоспитательного инженерного института. Первый выпуск в этом учебном заведении состоялся накануне войны, 10 июня 1941 года в городе Бобруйске. Там же курсанты приняли и первый бой. Военнослужащие 48-й отдельной железнодорожной бригады. В годы Великой Отечественной войны воины и железнодорожники строили и восстанавливали железные дороги, мосты, станции, разъезды, осуществляли охрану эшелонов и военных объектов. Военнослужащие 12-го учебного центра внутренних войск Министерства внутренних дел России. Перед трибунами в парадном строю проходят сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний России на Омской области. Дорогие мечи, в едином строю с военнослужащими Омского гарнизона торжественное мероприятие на Соборной площади принимает подразделение пожарных и спасателей Главного управления Министерства по чрезвычайной ситуации в России по Омской области. На марше парадный расчет Омского института водного транспорта, являющегося филиалом одного из старейших учебных заведений Сибири Новосибирской государственной академии водного транспорта. Thank you.
Thank you.